Песчаный пляж появился прямо в центре Брюсселя. Местные власти переоборудовали одну из набережных канала Брюссель-Шарлеруа в огромную зону отдыха и развлечений. Теперь жители бельгийской столицы могут позагорать в тени пальм, не выезжая за пределы города. На территории пляжа проходят концерты, дискотеки, спортивные соревнования, кинопоказы. И также вдоль всей зоны отдыха расположились бары, рестораны, где можно отведать национальную кухню разных стран. Отмечу, мероприятие под названием «Брюссельский пляж» проходит в бельгийской столице уже 10-й год подряд. Зона нового отдыха будет открыта для посещения до середины августа.